Приветствую вас. Я думаю, что вот подобная ситуация, которую вы описываете, она вообще-то может быть абсолютно везде, абсолютно с каждым, абсолютно в каждой паре. Вот, и дело здесь совсем не в том, что вы перестали приносить человеку радость, да, вот, не знаю, приносили, потом хоп и перестали приносить. Да нет, на самом деле все это немножко не так работает, а вот работает немножко по-другому. Дело в том, что люди могут сходиться, могут сближаться. Вот. А потом просто-напросто разбегаться, потому что, например, может появляться такое понимание, ну, может иметь место быть такое понимание, что человеком не по пути, да? То, что интересно вам, то, что, то, что нравится вам, вот, может быть, не нравится ей, да, вот. И наоборот, собственно говоря, и это нормально, как мне кажется. Вот это совсем нормальная история. Важно, что, конечно, как вы на это реагируете? То есть, если вы реагируете на это негативно, если вы реагируете на это как-то, ну, болезненно, если вы реагируете на это вот как-то еще, то, ну, скорее всего, шанс того, что у вас закончится общение гораздо больше будет. Понимаете, да? Что я имею в виду? Ну, просто потому что так. Поэтому важно то, как вы относитесь в принципе к этой ситуации, да, как вы относитесь к тому, когда вас, как-то вот отталкивают, когда между вами и человеком какие-то границы появляются. Вот. Это всегда неприятно, но это нормально. И реагировать на это можно и нужно, с одной стороны, искренне, с одной стороны, то есть, ну, так как вы можете реагировать, вот, с одной стороны, с другой стороны,
кажется, это как-то вот себе подавлять. Да? То есть, ну, понятно, что самой девушке говорить о том, что вам, ну, больно, может быть, не стоит. Ну, опять же, просто потому, что просто потому что, просто потому что вы не настолько близки с ней. Вот. Как бы, ну, тут вот такие варианты. Такой вариант может быть. Вот решать, это решать, конечно, вам, вот, вот, такая вот история. Это то, что я могу вам сказать сейчас с точки зрения психотерапии. А вот как-то так. Что дальше? Значит, делать вам. Ну, это уже, мне кажется, вопрос такой индивидуальный больше. Да? Вот. И решается в рамках терапии, в рамках психотерапии. Вот так вот, то, что я могу вам сказать сейчас. Я буду надеяться, что вам это было полезным. Я буду надеяться, что обратную связь вы сформулируете мне. Например, ну, не обязательно мне, но, например, вот, и это послужит началом психотерапии, вот, для вас. На этом все, я надеюсь, было полезно. Вот, желаю вам всего самого доброго, удачи. Будем на связи.